Сегодня, несмотря на ветреную погоду, на площади Лейлас Венсполсе состоялось награждение победителей осеннего фотоконкурса «Маленький венсполсчанин». Этот конкурс проходит в рамках программы «Венсполс. Дружественный малышам город», которая действует в Венсполсе уже несколько лет и призвана сделать жизнь семей с маленькими детьми комфортной. Например, теперь намного удобнее по городу передвигаться с коляской. Также есть места для пеленания. Благодаря таким мамам, как сегодня мы видим здесь, которые ходят по городу с детскими колясками, есть возможность совершенствоваться. Только когда ты идешь с коляской, ты можешь оценить инфраструктуру и понять, что еще нужно сделать. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, причем не обязательно венсполсчане. Проходит он 4 раза в год и посвящен каждому времени года. Главное, должны быть соблюдены определенные условия. Во-первых, ребенок должен быть в возрасте до 3 лет. Во-вторых, мы должны сразу видеть, что фотография сделана в Венсполсе. Таким образом, мы показываем свой город. Там должны быть такие места, благодаря которым мы понимаем, что это именно Венсполс, а не какой-то другой город. И, конечно, в целом на фотографию смотрим, как преподнесена картинка. Участвовать может любой. В осеннем конкурсе у нас были участники из Литвы, так что наш конкурс становится международным. Интерес довольно большой. Есть очень красивые фотографии, которые мы потом используем в своих рекламных кампаниях, популяризирующих город. В положении о конкурсе так и указано, если человек присылает фотографию, то он соглашается с тем, что его фотография, на которой запечатлен ребенок, может потом быть использована. Мы ввели еще одно новшество. Теперь всех лауреатов года, 12 фотографий, победивших в конкурсе за все 4 времени года, мы будем публиковать в прессе за пределами Венсполса. Будет журнал «Мой малыш», который выйдет в январе следующего года. И там целый разворот будет посвящен нашим малышам-победителям. С 1 декабря начался следующий зимний этап конкурса. Награждение победителей этого этапа состоится в марте. Фотографии можно уже присылать. Я советую всем участвовать, у кого есть малыши. Это так здорово. Можно поездить, пофотографироваться. Классно. Фотографию сделал посаженный отец. На конкурс фотографию подала мама, а папа забирает приз. Вся семья участвовала. Очень приятно получить этот приз. Теперь у сына будет много сладостей, и еще сходим в аквапарк. Будет повод порадоваться. Победители получают не только подарочную карту на посещение аквапарка, но и денежный приз за 2-е место – 70 евро, а за 1-е – 100 евро.